Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы видите данные на экране, то значит мы проходим Half-Life эпизод 2. Точнее, продолжаем. В прошлый раз мы спасли Алекс Вейнс, с нами в Артегонд. Почему? А, звук есть. Просто такая тишина. Всем Ого! приятного просмотра. Это был страж. Кто-то здорово его рассердил. Угадай. Страж в ярости из-за того, что мы забрали экстракт. Если он попытается мешать нашему продвижению, его придется уничтожить. Вы разрушили это гнездо. Неудивительно, что он злится. Конечно. Загрузка. Долгая загрузка. Загрузка странных. Мотос. Ма, мост. Мост. Мостостроитель. Интересный поворот. Советники все еще находятся в инкубационных камерах. Они собирают и объединяют разрозненные отряды комбайнов. Великая цель ведет их на север. На север? Там белая роща. Мы должны их опередить. Неподалеку отсюда есть люди, располагающие средства. Они поймут нашу нужду и помогут. Чего же мы ждем? Ничего не ждем. Ладненько. Так. Отовсюду лет. Плохо. Началась. Воу. Больно? Их два! Иди твою мать! Бляха-муха. Да пошел ты нахуй! Твою мать! Бляха-муха. Ебануться. Где
мои ХПшечки? Отлично. А где мои? Твою мать! Больно. Да ё-моё. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, до них добрались комбайны? Эта теория имеет право на существование. Загрузки. Наши добрые зомби, да? Вот и мост. Здесь действительно побывали компании. Да и сами попали в западню. Как крабы потрудились и над теми, и над другими. Так. Смотрите, там, на мосту. Это та машина, о которой ты говорил. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Рекомендуем поручить это задание Фримену. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Полагаю, ему нужен заряд. Ступай, Фримен. Я присмотрю за Алекс Венс. Что ж, Гордон,
Придется тебе идти одному. Давай я сниму поле. Там пыхтит. Понятно, что там за... с горем пополам. Кричат еще на меня. Вот и все. Он такой невкусно будет. В смысле? Ладно. Тип твою мать. Что теперь? Вот решать эту хрень? Блин. Окей. Так, а куда нам? Так, скорее всего, нам сюда. А здесь что было? Thank you.
обратно. Капец, жестко меня подкосило, конечно. Подожди. Дай назад вернусь. Подлечусь хотя бы. Слегка. О, вот, отлично. Так, подожди-ка. Сюда. Ну что там, кто-нибудь дожаривается или нет? Твою мать! ХПшек нет, и я обратно в жопе, да? Прекрасно. Так, подожди-ка. А, понятно, там ничего нет. Я так понимаю, что... Блять. Для Алекс нужно показывать, где эти черти находятся, да? Я правильно понял или нет?
Ладно. Выманить туда, где я смогу их снять. Да ну нахер! Бесит эти твари. Воу. Стрёмненько. Твою мать! Это было весело нам. Так, подожди-ка. А, вот она эта штучка. Нифига себе, он дверь выломал. А я не знал, что они так умеют. Умеют, да. Так. Ого. А тут что делать? Мать, а? Куда ты? Сука, подтащил. А куда нам? Подожди-ка. Серьезно, поверху? Подожди. А дальше куда? Да, блять, откуда ты взялась, внимание, сука? Крови обнаружено ОВИ. И как я теперь, блядь, заберусь? Чего? Бля, подожди. Ебанулся. Ладно. Хотя бы так.
хотя бы мы уже на той... Ломаются. Воу-воу-воу-воу! Я тут... Я тоже кидаться могу, прикинь. Куда? Куда топать? Этих уже нет смысла трогать, да? Три подствольника. Кто рядом? Кто-то там рядом, я в курсе, наверное. Так, подожди. Да! Куда ты, дрянь, по... Поскакала, сука. Блять! Внимание! Опасный уровень радиации. Я не туда прыгнул, да? А куда я должен был прыгать? Думал, я тебя не замечу, сука. Через... Вы, блядь, серьезно? И куда дальше? Обосраться просто. Да... Откуда вы, блядь, вылезали? Как я ты... А, их две. Блин, ну так... Так вы и сказали, что их две. Тихо. Так. Все это, конечно, забавно, прикольно, оригинально, но... Где? Кто? Ой. 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 Какие же вы тут красавцы, да. Так, подожди. Понятно, куда нам. Так, подожди, а если... Там что-нибудь было? Там полное было, да. Подожди, револьвер? Или это не револьвер? Это револьвер, подожди. Стоп. Это револьвер этого, Рика Граймса. Так, подожди-ка. Блин, в смысле? А как я профукал? Как я ящик этот профукал? Подожди. На мана. На мана. Так, подожди.
Я в курсе. Да. Ой. Да ёпрасоте, а. Ну ладно. А где вторая? Это все были аптеки? Ну лады. Да. Ладно. Теперь нужно будет. Оу. Да, блин. Серьезно, перепрыгну через эту херню? Оу. Да, почему это сделать? Нам нужно, чтобы это перевесило, да? Или как? Наоборот. Хорошо, давай попробуем. Что ли сохранение создать? Боже мой. Только взгляни. Вот это удача. Винтовка! Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь. Не вам одним известно о ней. Не знаю, как тебя благодарить. Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности. Хм.
Взаимно, люди. Прощайте. Знакомство с вами для меня честь. Ну да. Знала, что прямых и коротких дорог не бывает. Видимо, придется искать объезд. Объезд на перевес. Да. И куда нам ехать? Если она не сломана, мы сможем предупредить ученых в Белой Роще. Они не подозревают, что на них движутся комбайны. Есть такое дело. Интересно, как давно этот лагерь пустует? В одном из этих зданий должен быть передатчик. Эти взрывокопатели уже достали. Вот и передатчик. Правда, он обесточен. Надо найти источник питания. Ну, значит, найдем. А, все. Я понял, как это проходить. Так. Все довольно просто. Это что, двор, что ли? Ага. Ой. Блин, у них крыша поехала, я должен... Подожди-ка. Я постою на страже, а ты посмотри, что внутри. Так, я так понимаю, что нужно зарядить вот этот, да? Чего? И
короткий. Бля, подожди. Все, я понял. Подожди-ка. Не кричи. Сейчас они получат не по заслугам. Больше они не заставят меня. Ну уж нет. Готова к встрече. Тихо, ну да ладно. Вот снова они. Пофиг, кто это был. Были. Мы взяли и добили, и все. Так. А, подожди, сначала нужно с ними связаться. А где? Поехали, чё? В горы за орехами. Гордон, куда ты без меня? Поехали. Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Так, подожди, сюда вниз. Так, подожди, там налево.
вспомнил эту гору. Ее видно из белой рощи. Мы движемся в верном направлении. Вау, красиво все видно. Это ж не просто костерчики, верно? Смотри, это же шлюпка советника. Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Я помню это место, ё-моё. Тут трешня начнется. Надо убивать, пока они не вылупились. Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Курт? Перекроем ему кислород? Прости, но так надо. Попробую открыть. Вот так. Теперь все в твоих руках. Ублюдок. Мозгосос. Что тебе надо, советник? Плохо тебе? Ни хрена себе он. Боже мой. Гордон. Слава богу, ты жив. Ему было больно, ты видел? Страшно представить, что бы оно сделало, если бы... Всем автономным отрядом. Кажется, оно позвало друзей. Всесторонние содействия советников. Солдаты! Уровень угрозы максимальный. Найди и ликвидируй. Вернемся к машине. Назад.
Сейчас мы ему устроим. Кто там? БТР прорисовывался, серьезно? И такое, видимо, бывает. И загрузка. Продолжает погоню, серьезно. Поехали! Я не против, тут безопасней. Раз вы привели сюда эту вертушку, может, вы поможете от нее избавиться? С удовольствием. Иди, твою мать. Сбейте его! Ни хрена себе. Я нашла запас медикаментов.
нравится ублюдок. Ассесуга. Да. Это не так-то, блядь, просто. Ну, кидай это что-нибудь, а. Заколебал. Ну. Да в смысле, блядь? Да блин, ну что за фигня? Конец-то, дрянь. Да блин, ну скинь-то еще что-нибудь, заколебал. Почти. Да блин, ну что такое? Тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Целая мастерская. А, ладно. Пошли, Гордон. На радаре. Так, подожди. Ничего себе. Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически предоставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Скажешь, Готэм? Может, я починю машину, а ты расчистишь нам дорогу? Их притормозили зомби, бредущие из Сити-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Он всегда готов. Да, Гордон? Здесь есть ход, который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. Ну давай, покажи. Удачи с этим пулеметом. Сколько вас тут, ребятишек? Да, покажи мне вас.
Завалить, да? Так, подожди-ка. Бочки. Оу. Так. И опять куча ловушек, да? А вот летит главный претендент. Давай, давай, иди сюда. Это кто? Так, подожди. Ну тут... Тут у нас больше ничего нету, да? То есть... Так... Подожди, а как нам тогда? А нам точно? Опасный уровень радиации. Блин, нам походу не сюда. Давай, 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 давай. Что тут у нас? И... Нам оказывается сюда. Ага. Вот и автоматические сраные пулеметы, да? Красоте. Офигеть. Так, подожди-ка. Да нет, вы шутите. Так, подожди. Да, мне нужно удалить. Точнее, не нужно. На радаре мы прошли. Ага. Начинается самое неприкольное, да? Тебя еще не хватало. Что за мах? Он моментально убивает. Пулемет. Так, а как мне тогда его? Что это за звук? Через машину проходить. Все, я понял. Через тачку проходить. Тачка на прокачку. Ага.
вы охренели? Да отвали! Уже охреневший. Здание. Оу. О, это было больно, алло. Твою мать. Фу. Да еб... Где эта хуйня? Как ты в меня попала, сука? Ага. Ну-ка подожди, раз там гранаты бесконечные, да? Да? Ладно. Ух ты, блин. Это прям в эту хрень надо попасть. Ну ладно. Сейчас это этот пулемет обезвредим. Так, подожди, как там? 5? Попал? Или не попал? Теперь получается все, защиты нет. Можно ехать. Возвращайся и а, это свояки? Да, это свояки. Завалить, они же проще, чем пареная репа. Так, подожди, а мы типа отсюда перетекались, да? Я хочу просто... А-а-а, теперь обратно не попадем уж. Ну ладно, и чё? Подожди, там что-то есть. Отлично. Так. Станция 21. Эй, Гордон, машина на ходу. Возвращайся и поехали. Это было круто. Ну да. Скорее, Гордон, запрыгивай. Сейчас, подожди. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Только сегодня и только для вас. Это бортовой радар, реагирующий на такие маячки, как этот. Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь и посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята! Wow.
Ловлю какой-то сигнал. Притормози, Гордон. Судя по радару, тут есть... Ага. Серьезно? Вопросов больше нет. А как его разломать? Ладно. Так, куда нам папку ходить? Сюда? Все по новой. Ладно, не перебедняйся, Алекс. На радаре что-то есть. Ага, он запрятан, получается, через верх, да? Это что, получается, взрывом меня должно вынести в этот, что ли, подожди? Ну да. Ни хрена себе, как логично. И реально взрывом должно было вынести. Прикольно. Оу. Подожди, а сколько? По 3 патрона всего? Блин, по 3 патрона, печально. Ладно. Гранатомет. Вот это здорово. Есть. А здесь где? Сигнал ловится, но я ничего не вижу. Что скажешь, Гордон? Ты же не хочешь сказать, что... Мы прямо на цели стоим, что ли? А, блин. Подожди-ка. Да блин, подожди, как говорю. Там. Да. Ты запрыгнешь, нет? Да иди твою мать, подожди. Что это за... Бешеная ворона? Была, серьезно? Где это?
Подожди-ка. А, нашел. Без маячка мы бы ни за что не догадались, что тут тайник. Ого, похоже, зомби хотят убить своего мужа. Вот, тут ничего, ни силы, ни тайничок. Походу, что да. Извиняюсь. Что-то с кишечником. Так. Подожди. Да, Алекс с нами, да? Ловлю какой-то сигнал. Подожди. Над нами, который что ли, где? Или он чуть дальше? Где он находится? Прям здесь, что ли? Подожди-ка. Подожди, ну тут же типа ничего нету. Или чё? Что за прикол? Или это здесь? Не здесь. Прям слева. Ой, короче, не хочу я их искать. О, подожди, может это имеется в виду здесь? А, ну да.
Походу здесь. Поехали, что дальше, куда? А, это тот самый момент сейчас будет. Тот самый жесткий момент. Да, красивенько, красивенько. Да. Это сейчас то, что они... Опа-на. А я даже и не знал, что тут это ППшки находятся. Гордон, куда ты без меня? Подожди-ка, они сейчас ловушки сделают, а нам надо... к этим ловушкам приготовиться. Так, подожди-ка. А, вот, одну аптечку я кину, значит, сюда, да? А где они тогда кинут, я уже не помню. Где-то они заблокируют. Вопрос где? Где-то рядышком. И где-то очень близко. Ладно. Ого, они тачку расквасили. Охренеть просто. Дайте мне за.
4 дня. Есть! Нам не отбиться. В смысле не отбиться? Отбиться всегда можно, было бы желание. Так. Приколист-то анонистым, блин. Здорово! Приятно было познакомиться, ублюдок. Так. Не понял. Блин, с кем они сражаются? Не понял. Ой, сейчас чувствую, начнется движуха. Оу. Так, что вы, блядь, полезли? Вас еще, блин, не хватало. Что ли? Да нет, вроде бы. Штыки. Трое сразу. Многовато. Уходим, пока они не прислали подкрепление. Сейчас, подожди. Патрончики пособираем и свалим куда-нибудь подальше. Бля, серьезно, одни аптечки. Я манал. Подожди, вопрос в другом. А как эту херню отключить? Которая туда ведет. Так, так, так. Ух, япона, мать. Найдем источник питания этого поля. Найдем. Их все больше. Да я в курсе. Колотить.
Ага, источник поля значит здесь. Дуков. Твою мать! Уничтожь пулемет, Гордон. Да, только вопрос, а как я это сделаю? Подожди, а... Все, понял. Так. А вот и источник питания поля. Они позаботились о защите от посторонних. Попробуй отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Так, что-то я помню, что тут что-то нужно сделать. А вот что? Это вопрос. Подожди-ка. Да блин. Так, это вопрос. Подожди-ка. Мечтать не вредно, да? Вредно не мечтать. Ага. Одни аптечки. Энергии нету, ладно. Хотя, подожди. Энергия есть, зашибись. Так. Может, мы уже прилично продвинулись? Чего? Серьезно? Берегись! О! Да! Да, все это, конечно, прикольно, да, прикольно, да, да, да. Сейчас, подожди. Терпение, Алекс. Так. Куда ж ты? Да или куда? А, радар что-то засек. Дальника. А, ну да, я вижу, да, что он засек. Блин, а как теперь камнями? Ой. А ёпарасоте, подожди. А можно еще камень, пожалуйста, не?
Да ёпарасы ты, в смысле? А как мне попасть в него? Подожди. О! Ну хотя бы что там, уже ничего. Да. Погнали, чё. Погнали, загрузки. Куда-то погнали, загрузки. Это сейчас будет классный, офигенный момент. Я его помню. Ого, транспортник. Так вот, что за взрыв мы слышали. Приятно, что часовые белые рощи не дремлют. Давай. Дай ему. Боже мой. Классный момент. Пес, песик, ты жив? Песик, песик, очнись. Ты живой. Как ты меня напугал? Все контакты цены. Эй, вы живы? Все хорошо. Уже хорошо. Мы вас ждали. Идите вдоль ручья. Затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем, спасибо. Ладно, идем. Ну пошли, вот он, чё. Впереди машину и собираем, кто быстрее. Хороший мальчик. Так. Похоже, нам опять нужна твоя помощь. Не возражаешь? Молодец, песик! Ну, пес, давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон.
наверное, мы проиграем этот раз, да? Да ёпарасите! Так и поняли, что это вы, когда пес встрепенулся и помчался куда-то. А я была рада ему как никогда в жизни. Вот мы и Белая Роща. Мы успели вовремя. Наконец-то мы в безопасности. Угу. Уже, считай, финал. Ух ты ж. Красивенько все-таки тут. А вот та самая база, да? И как раз вовремя. И загрузка. Снова загрузка. Снова загрузка. Алекс, доктор Фримен, сюда. Привет. Как мы рады, что ты наконец-то здесь. Да, мы слышали, что с вами приключилась небольшая медкомбайн и решили пойти напролом. Надеюсь, теперь они усвоили урок. Не возражаете, если мы оставим пса охранять снаружи? Нет, нет. Пес, ты все слышал? Я пойду к папе. Увидимся позже. Береги себя. Думаю, Элай не знает, что вы уже здесь. Он в первом отсеке шахты. Сюда, пожалуйста. Ну что? Сюда, что ли? Эй! Гордон, ты пришел? Папа! Алекс! Я боялась, что больше тебя не увижу. Ну, детка, все хорошо. Теперь мы вместе, это главное. А ты просто молодец, сынок. Я знал, что вместе вы преодолеете любые препятствия. Да, вместе у нас неплохо получается. Вот и слава, потому что... Поле снято. И теперь нам всем нужно выполнить свой долг. Папа? Станешь костить старика за то, что он мечтает о внуке? Что с тобой сделали? Нет, нет, все в порядке. Ты уверена? Не хочешь показаться врачам? Да, все отлично. А где доктор Клей? Надо скорее отнести ему данные. Да, да, конечно. Он будет рад поводу выбраться из шахты. Сюда, Гордо. Они с Магнусом постоянно огрызаются друг на друга, как будто до сих пор соперничают за гранд. Некоторые вещи меняются. Да. Сейчас, подождите, я посмотрю, сколько там по времени. Так, получается 60... Сюда, Гордон. Да я знаю, я просто думаю, спускаться или потом спуститься. Много болтам не будет. Немного. Так. На радаре. Ладно, я в принципе думаю, что финал мы оставим на потом. Да, в следующий раз. Так что... Всем спасибо за
просмотры, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Да-да. Всем до скорого. Увидимся, уже, наверное, будет финал в следующей серии, потому что игра уже короткая, мы приближаемся ближе к финалу, да. Так что всем спасибо за внимание, всем до скорого, с вами был Казуко Фэмили, всем до встречи и пока-пока. Пошли, Гордон.